Эпидемический кризис и отсутствие вакцин от COVID-19 настораживает политиков. В то время как некоторые из них призывают к перемирию в этот нелегкий период, другие выступают с призывами из Израиля. А третьи предлагают созвать Высший совет безопасности и обсудить шаги для преодоления кризиса. Лидер промолдова Андриан Канду заявил, что до сих пор многие партии и фракции выступали в парламенте с призывами и предложениями, а теперь они предлагают законодательному органу занять единую позицию и сосредоточиться внимание на действительно важных вещах. Констатируя необходимость национального консенсуса в течение эпидемического кризиса, мы объявляем перемирие относительно всех политических споров и разногласий и обязуемся направить все наши усилия и возможности на смягчение последствий катастрофы путем обеспечения ответственного правительства. Между тем, представители платформы «За Молдову» критикуют власть за то, что они не прилагают усилия для доставки в страну вакцины, в связи с чем эпидемический кризис усугубляется. Председатель партии Шора требует, чтобы руководство страны обратилось по этому поводу к Израилю, где прививки сделали более 50% населения. Страна находится в бедственном положении. Каждая минута сегодня на счету. Болеют все вокруг. К сожалению, умирают люди. И это непозволительно. Напоминаю, что я предлагаю обратиться не кому попало. Не к странам, которые играют с Молдовой в большие геополитические игры, а к стране, которая доказала лучшие, самые эффективные решения в борьбе с пандемией и практически ее победила. И лидер социалистов Игорь Дадон говорит, что нужно принять более конкретные решения для урегулирования кризиса. Созовите заседание Высшего совета безопасности по вопросу эпидемии. Почему вы этого не делаете? Потому что у вас нет решений, потому что голова не работает, потому что вы играете со страной. Созовите заседание Совбеза и примите решение. Но вы не хотите брать на себя ответственность, зато ищите останки дохлой лошади в Кондрице, ведь это хороший пиар. Мы пытались получить комментарий у советника президента Сарину Штифырце относительно созыва ВСБ, но она заявила, что аппарат главы государства выскажется по этому поводу позже.